С наступлением зимы и холодов ожидание общественного транспорта стало для жителей своеобразным испытанием. После 10-минутного, а то и получасового ожидания автобуса, салоны обычно становятся переполненными замерзшими людьми. И такую картину можно наблюдать ежедневно в час пик. Не сказала бы, что нормально ездит. Интервал большой. Водители в основном они как бешеные ездят, если честно. Что по 40 минут стоять, это хорошо ходит. Это плохо ходит. Какой автобус? На каком ездите обычно? Ход 22-й. Ну, первый нормально. 40-й, ну, интервал поменьше был бы. Потому что с Батыса только один автобус ходит. По крайней мере, хотя бы утром там, в часы пик. 46-й хорошо ходит в Батыс. Я редко езжу только в больницу или за лекарствами, но мой первый автобус ходит вроде регулярно. Нехватка автобусов в городе существует. Интервал между автобусами большинства маршрутов стал заметно больше. На территории города Актобе на сегодняшний день две подрядных организации, это автопарк и ТОП АТП, работают на территории города. Получается, автопарк по 32 автобусным линиям, то по АТП 19 линий маршрутных. На сегодняшний день от компании-перевозчика ТО «Автопарк» по 32 маршрутам курсирует 200 автобусов, хотя по договору должно быть 253. От компании ТО по АТП на 19 маршрутах задействовано 90 автобусов, хотя согласно договору их должно быть 124. И от недостаточного количества транспорта, как добавили в ЖКХ, возникают и проблемы с обслуживанием. Конкретных причин этого нам так и не разъяснили. И пока неизвестно, когда движение транспорта нормализуется и будет соответствовать требованиям графика. Тамирис Шумабаева, Сергей Калаев.